Друзья, всем привет! Вы на канале «Деревенская жизнь нашей семьи». Это коротенькое видео, скорее всего, информационное. Как я уже в предыдущем видео говорил, что трансляция на YouTube у нас не выходит, потому что система компьютера она не поддерживает видеокодеры. Единственное, что где поддерживают, это все в соцсети «Одноклассники». Ни ВКонтакте, ни в YouTube мы в эфир не можем выйти. Поэтому, если вы есть в «Одноклассниках», вчера мы уже выходили в прямой эфир, поэтому если вы есть в «Одноклассниках», сегодня вечером по московскому времени это будет 19:00, а у нас по уральскому времени Пермского края это будет 21:00, мы выйдем в эфир в «Одноклассниках», поэтому вы, если есть, присоединяйтесь, заходите, будем пока так, исходить из положения. Раз не получается в YouTube в трансляцию вести, поэтому милости просим. 21:00 по пермскому времени мы будем выходить в эфир сегодня вечером. Ждем, приходите, заходите, очень рады. Ну все, пока.